Привет, вот по нам поставили кухню Нонтон, вот который я вам и говорил. В общем, вот прайс. Здесь 74 тысячи. 74 тысячи входила вот эта вот вся кухня. То есть печка, кран, столешница. Столешница. Ну, значит, она такая типа пластиковая. Тут даже я удивился, доборчики даже есть. Да, доборчики. Видите, мягко зашла. Вот такая вот. Ну, в общем, кухня вот эта вот 75 тысяч стоит. То есть вот это все стоит 75 тысяч. Но меня удивила цена. А, вот эта вот вытяжка тоже входила. Значит, вот посмотрите, у нас газ идет. Вот, соответственно, здесь газ. Значит, не стали кухню продлять до подоконника, потом его резать. Ну, там сложно. Вот такая, в общем, кухня. Вот она, кухня такая. Меня только удивило, что стоимость работ по монтажу вот этой кухни взяли 21 тысячу. Мне кажется, это очень много. Вот. Но как сама кухня, ну, мне вообще понравилось. Я просто предполагаю, что... Есть ребята, строители, которые работают при фирмах, но прям по-жесткому отжимают клиентов. Значит, приехал мастер, посмотрел, сказал мне, возможно, я не возьмусь, возможно, я не буду делать. Вот. Ну, в общем, у меня просто горят сроки, поэтому я ему сказал, давай делаем. Назвал мне 16 тысяч рублей, потом еще сверху накинул еще пятеру. Ну, типа, он за вытяжку вон ту, он, видите, там раздолбал чуть-чуть. Вон там раздолбал чутка. Вот. Ну, собрал так себе, конечно. Говорил, что мы тут... Все тут он нам подгонял. Ну, на самом деле, ничего тут особо не подгонял. Вот эту часть не доделал, хотя я видел, что там вот эта деревяшка была. Вот. Ну, честно, не очень я доволен его работой. Вот. Вот видите, у меня тут швы такие странные. Вот. Ну, типа сослался, что а что вы хотели, модульная кухня. Вот. Ну, честно, ну, могли бы лучше сделать. Вот. Но как кухня я вам рекомендую. Вот смотрите, она такая стильненькая, хорошенькая, да. Вот. Но как монтажников с их компанией, ну, честно, не очень доволен. Вот, поэтому, если нужна кухня, то вот вам решение.